Сегодня у нас будет не просто прогулка очередная по нашей трассе, а полевые испытания. Итак, прибамбасил я видеокамеру Sony FDR-X300. Снимает 4K, как говорят. Вот и мы посмотрим, насколько это все снимается и как это происходит. Браслетик. Браслетик мы одеваем на руку. Одеваю первый раз. Все это дело делается. Наконец-таки мы водрузились. Что поделаешь? Так, теперь демонстрирую. Включение с пульта. Нажимаем. О! Камера включилась. Настройки стоят у нас. 4K. 30 кадров. Батарейка заряжена наполовину, но долго я мучился, как ее заряжать. Кстати, здесь у нас все видно. Видите, куда мы на что направляем. И теперь вот так вот еще покажем, да? Это очень удобно, что мы снимаем. И посмотрим, как работает. Значочек, стабилизатор при видео, как работает стабилизатор при видео. Ну что с здесь тоже отображено, что Wi-Fi подключен. Но не будем тянуть, вала, нажимаем на запись и поехали. И поехали. Две камеры у нас. В левой GoPro, правая у нас снимающая в 4K. Кстати, уже сейчас батарейка кончится на 4K. Ну, нам проверит дрожание, не дрожание. Тест очень короткий. Не успел я как следует зарядить. А, все уже погасло. I love you, baby. Алябучу-бучум. Все, отрубилось. Итак, наша 4K. Вот видели, сколько она проработала. Отрубилась. Потому что что-то я батарейку заряжал. И никак толком зарядить не мог. Предстоит разобраться, как это дело делать. По крайней мере, в GoPro это делается намного легче и проще, нежели тут через USB куда-то туда всовываешь. Этот компьютер, наверное, должен быть с открытой крышкой. В противном случае он разряжается. Так что тест окончен. Посмотрим дальше, что там получилось у нас. Полевые испытания продолжатся в ближайшее время. Что это у нас? Продолжает развиваться.